Ежегодно 5 июня отмечают свой профессиональный праздник те, кто борется за охрану окружающей среды – экологи. Отцом экологии считают немецкого исследователя барона Александра фон Гумбольдта. Он первым пытался установить законы взаимодействия в окружающей среде. Ну а кто в ответе за экологию на ВСМПО «Висма» – сейчас узнаем. Познакомимся с нашими коллегами. Вот так же ловко на заре своей трудовой деятельности Нина Керимова считала зарплаты и сводила дебет с кредитом. Сейчас не меньшей скоростью высчитывает массу вещества в растворах. Ровно 20 лет назад бухгалтер-экономист кардинально поменяла карьерный трек и устроилась на ВСМПО в Центральную заводскую лабораторию. Считает, что именно тогда обрела профессию по душе. Конкретно наша лаборатория, мы занимаемся контролем воздуха производственной рабочей среды, вот, чтобы все соответствовало нормам. Химию, биологию любила со школы. Это были мои самые любимые предметы. Придя сюда, наставником у меня была Анна Ивановна Мингалеева. Она обучала нас всей работе вот в аналитическом зале. Елена Вершинина была у меня наставником, мы ходим еще на отбор проб в цеха. Уже 10 лет как Нина сама является инструктором-наставником производственного обучения, а еще занимает активную жизненную позицию, участвует и организует конкурсы профмастерства, заработала почетное звание «Мастер своего дела». И даже хобби у Нины максимально экологичное. За рамками работы обычная семейная жизнь. Хобби у меня такое несвойственное женщине, очень люблю рыбалку. Вот, стараемся с мужем чаще выезжать на природу. Не зря мы экологи. За 407 километров от Верхней Салды на Березняковской Висме трудятся коллеги Нины и всей Центральной лаборатории ВСМПО. На городском, да и на краевом уровне Висма уверенно держит лидирующие позиции. В подтверждение высокие награды в конкурсах и большой вклад металлургов в экологию родного предприятия и города. Очень хочется, чтобы наши коллеги принимали еще более активное участие во всех наших экологических акциях, в городских акциях, в субботниках, ну, в конкурсах. У нас к 5 июня, кстати, будет объявлен уже ставший традиционным фотоконкурс «Экология в объективе», который проходит на страничке ВКонтакте нашей молодежной организации. Одна из тех, кто вдохновляет коллектив на экологическую ответственность – Ирина Жданова. Ирина работает инженером по охране поверхностных и подземных вод на Висме около полутора лет. И ее появление на предприятии не случайно. Вся семья Ирины, начиная с прадеда, работала на Висме. Глобальных целей не было, была просто интуиция. А потом, как выяснилось, что все предпосылки шли из детства. Начиналось все с того, что приучили не мусорить, но не у всех детей это откладывается, а у меня отложилось это настолько, что все карманы были забиты мусором, и мама могла в конце дня понять, что делал ребенок в течение дня. Просто распотрошив карманы. Так детская любовь к природе переросла в дело жизни, как и у всех, чья работа тесно связана с экологией. Разрешите поздравить весь коллектив нашего предприятия с Международным днем охраны окружающей среды и поблагодарить за тот огромный вклад, благодаря которому наше предприятие сегодня одно из передовых в деле охраны окружающей среды в нашей стране. Присоединяемся к поздравлениям и напоминаем, что экология – это ответственность каждого.